Всех приветствую и приятного просмотра. Продолжаем проходить Nathan Drake, точнее Иллюзия Дрейка, третью часть. Мы в тот момент сейчас играем за молодого Дрейка. Нам по веревке, да, надо? Бежи, бежи. А как нам туда по веревке? Я запрыгну и сдохну. Дурак, как всегда. Ладно, не беда. Да. Неудивительно. Мы идем за кольцом Дрейка. Который с самого начала у нас, когда пристрелили за это кольцо. Давай, забирайся-то. А где этот музей находится? Так, так, так. Смотрим, смотрим. Куда нам надо-то вообще? Сюда, что ли? Я на месте. Ну давай, прыгай. Принесло. Очуметь просто. Идем за упадем. Это мы здесь. Так. О, что-то подобрали. Так, нам нужно вот это вот. Вот и корячка у нас. Типа компас, что ли, какого-то? Сейчас сави где-то будет, да? Нифига себе, тут ворот. Эх, пацан. О, Виктор, посмотри. Тот самый грязный щенок, что увел твой бумажник. А где охрана? Чего-то слишком много здесь у вас. У тебя нет шансов, сынок. Давай сюда. Ну, кольцо. Какое? Кэтрин! Кем ты себя возомнил? Ты просто жалкий, немытый попрошайка. Ты не достоин касаться этого. Кэтрин, ты в своем уме? Он ребенок. Взять его. Дед, а как мы с Савитой познакомились-то? Ну все. Ё-моё. Кольцо у него! Давай, давай, быстрей! На! Павла! Боря, ненавижу так бегать! Ну, хочет уйти по крыше! Лови его! Куда дальше-то? Ух, ё-моё! Да дай ему пинка-то, а! А вот бежать-то надо. Да Пату, а куда бежать-то? Вот черт! Да кто они такие? А? Нифига он за мной побежал, Павло. Прыгнул даже, а? Да ну что ты делаешь-то, блин, а? Нафиг ты прыгаешь в стенку? А, вот как дело. А я что-то ступил. А ну иди сюда, щенок.
Короче, буду долго мучиться. За что стрелять-то? Дебилы, блядь. Детей стрелять, а. Он сюда побежал! Нифига Сави помогает, а. Очуметь просто. Блин, как я попался-то? Я же прыгнул, как и он прыгнул. Попался, мерзавец. Ты, блин, как от него убежать-то, Павло, а? Вот это больно было. Стол переломило. Вот это была бы мощь. Попался. Куда бежать-то? Прошу прощения. Эх, ты не донос. Да блин, а. Ну чё так не везёт-то нифига? Попался. Опа, нифига себе, вот это я не видал. Извините, ни разу. Простите. Прошу прощения. Блин, опять этот диван дурацкий врезался. Нифига Сави помогает нам. Ты дурак, тебя провалишься, дебил. Ну и куда ты провалился? Я же прыгнул. Нормально был прыжок. Замечательно был. Но больше всего меня добивает, чего они стреляют ребенка-то, а? А почему я туда прыгну не могу я? Что-то я юмора не понимаю здесь. Снова. А почему сразу я тут раз не прыгнул, а? Нормально. Куда бежать-то, блин? Блин, тут еще здесь начинается. Блин, как дурак спрыгнул вниз. А напоследок. Куда прыгать-то? Принесло. Чё принесло-то? Я не понимаю, куда дальше бежать-то. А, вот куда. Я так сначала и думал, конечно, но... Я думал, в другие еще варианты. И кто у нас тут? О, пушка. Не ушибся. Не надо бояться. Закрой глаза. Больно не будет. Ну, а как всегда, своей пушкой. Пошли. Не бойся, парень. Ну так мы стали с ним знакомы, что я так понимаю, да? Натан Дрейк. Расслабься, парень. Тут безопасно. Ешь. Ну ладно, раз
хочешь, не хочешь. Что вам нужно? Хм. Хоть бы спасибо услышать. Между прочим, я спас твою шкуру. Спасибо. Что с этого вам? Ну, вы ведь вор, так? Хм. Ищете выгоду. Да уж, трудно, ребенок. Как попал на улицу? Нет уж, мистер. Извините, я вас не знаю. Легко исправить. Виктор Салливан. Теперь было бы вежливо представиться. Ладно. Скажи хоть, чем тебе приглянулось это кольцо? Оно мое, фамильное. Я просто его забрал. Фамильное кольцо Фрэнсиса Дрейка? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, парень, но у Дрейка не было наследников. Никаких детей. Ну, от жены в Англии и правда не было. Умный малый. Дай взглянуть. Ну, брось, парень. Если бы я хотел его отнять, давно бы это сделал. Спасибо. Что написано? Парвис ма... Сик парвис магна. Значит, великое начинается с малого. Это его девиз. Да? Кольцо подарила ему королева Елизавета после того, как он вернулся из кругосветного плавания. Она посвятила его в рыцари. Этому ты явно не на улице обучился. Откуда такому пацану знать латынь? Ну, монашки заставили. А, то есть ты был в пансионе? Красивое название. Ладно. И что ты там затевал со своим кольцом и этой астролябией? Это вы скажите. Вы работаете на них. Ну, парень, клиент заказывает вещи, я достаю за деньги. Я не задаю вопросов. Просто работа. Такая милая дама. Что уж там. Наверняка я уже уволен. Ну, ладно. Во-первых, это не астролябия. Это устройство для чтения шифров. Вот, глядите. Огибая земной шар, Дрейк шел через Ост-Индию и утверждал, что 6 месяцев шел отсюда до сюда. Ну и что? Такого не может быть. У хорошего моряка этот путь занял бы от силы месяц. Он явно... что-то скрывал. Что-то важное. Например? Например, тайное задание Ее Величества. Или спрятанный клад из награбленных несметных сокровищ. Вот. Ты думаешь? Уверен. И это твое устройство как-то с этим связано? Я вам зуб даю. И теперь оно у Марлоу. Оно бесполезно. Без ключа. Патовая ситуация. Пока да. Ты не сказал, как тебя зовут. А вы не сказали, что вам от меня нужно. Ладно. Слушай, ты самородок, но надо учиться. Оставайся со мной, и я тебя обучу. Спасибо. Мне и одному живется неплохо. Да уж, вижу. Давай-ка попробуем еще раз. Друзья зовут меня Салли. Натан Дрейк. Нейт. Дрейк, да? Ну ладно. У нас с тобой большое будущее. Далеко пойдем. Протеже. И на этом месте мы остановились. Уехали. Это Гидеон подстава. Но, парни. О,
учитель поставил. Салли, а как же спецэффекты? Да уж. Давай-ка. Здесь вот-вот будет полиция. Спецэффекты. Бить можно было и полегче, Чарли. Да я тебя легонько стукнул. Дубовой башкой. О, ну ладно, признаю, немного увлекся. Да уж. Сам просил, чтобы все было натурально. С ним шутки плохи. Так, красотка, они на подходе. Не упусти. Уловка сработала. Как думаешь, быстро они распознают фальшивку? А, неважно. Главное, мы их выкурили. И теперь и найдем их дорогу. Последний фраз звучит. Шевелись, Нейт. Брен в нору. Сюда. Что? Пошли. Ну да. А тут чё? Давай, Чарли, чего ждешь? Да, да. Ладно, ладно. Он что, боится, что ли? Сейчас все кончится. Сейчас все кончится. Скоро, скоро, уже почти. Он узкий, ой, боится, я так понял. Не так уж и страшно. Да я что понял. С тобой? Ничего особенного. Да, дальше. Савий, показывай дорогу. Сюда, что ли? Закрыто. Стойте, можно обойти. Ну да, ну да. Или применить силу. О, а это идея. Офигеть просто, нафига это делал я? Стена высокая. Вот, давайте подвинем вот это. Окей, погнали. Сейчас. Будь добр, приложи усилия, время поджимает. Спасибо. Стараюсь. Погнали. Ну, шевелитесь, лентяй. Пусть, зачем тут закрывают эту фигню, я не понимаю. Так, похоже, путь свободен. О. Ты с головой поосторожнее, а то. Опа-на, дамочка. Привет, здравствуй, милая. Прямиком из преисподней. А ты бы видела, Хлоя. Все прошло идеально. Что примолк? На тебя не похоже. Ну, скажем, Чарли перестарался самую малость. Началось. Аж голова гудит. Да брось ты. Ничего, голова это кость. Похоже, я много пропустила. Да, разыгралась такая драма. О, как смешно. Проблемы были? Нет, никаких. Тебя точно не заметили? Да точно. Ну, где наша старушка-веселушка? Вон там, видишь дверь, зеленую. Машина въехала туда давно, и с тех пор тишина. Они еще там? Ну, я все это время наблюдала. Ух, нифига, пушки. Пока никто не выходил. Это необходимо? Вряд ли они нас ждут. Ты их недооцениваешь, а зря. Да мы только глянем одним глазком, по-тихому. Да, конечно. Но если что, стреляй, а уж потом разбирайся. Занять против нее теперь в этой серии будем, да? У меня было страшное искушение просто взять этот кейс и уйти. Да, у тебя на лице все написано. Поверь мне, наша цель куда круче. В моем возрасте лучше синица в руках. Фу. Я не говорил? Да ладно. Ну, я надеюсь, ты не ошибся. Да, это было давно-давно. Как вы тут первую часть почему это не создали здесь, а? А решили сделать ее третьей частью. Как они познакомились. Мы же не можем просто так взять и вломиться туда. У нас нет времени тут торчать. Ну я полез. Вы ждите здесь. Есть. Вот это высоко. Давай, прыгай, блин. Ты живой там? Ты уж прости. Так, на крышу. Голуби, и опять это по этим фигни лазить.
офигенно просто. Звуков слишком много. О, черт. И ты слишком громко сказал. Пусто? Куда она делась? Ну, я все понимаю, а куда нам дальше-то? Понятно. Такой бух и упал. Замечательно вообще, просто прекрасно. Я прям мечтал об этом, да. Пусто? Куда она делась? Просто очуменно. Да, все пусто. Куда же они? Но колеса здесь были. Они вот тут пропадают, колеса. И там что-то еще какие-то колеса есть. Помогите мне. Да-да, сейчас. Машины тут нет. Вы ее видите? Не понимаю. Черт. Гараж? Нет, зеленая дверь, тот самый. Эй, мы теряем время. Этот чертов кейс нравится мне все больше. Но не могли же они раствориться в воздухе. Должно быть объяснение. Надо просто его найти. Ну вот, колёс, это ж, среды-то же есть. Они здесь были. Чую выхлопные газы. Следы шин. Все еще мокрые. Здесь машина свернула. Ну вот, машина. Встаньте на это. Посмотрите. Давай встанем. Пацаны. Ау. Да блин, встаньте, это говно. Какой-то механизм. Может быть. Четыре колеса, четыре кнопки. Сале, встань вон там. Вы двое, встаньте сюда. Так, на счет три. Готовы? Раз, два, три. И? Должно же сработать. Что? Это свет? Ууу, понятно. Кстати, все. Посвети-ка на стену. Ну как пар. Вот это нора. Обрымать ее кадавр. Нейт, с кем это мы связались? Есть только один способ узнать. Мы пойдем внутрь, жди у фургона. Будем держать связь по рации. Сообщу, когда пройдем туннель насквозь. Куда бы он ни вел. Сваливать будем быстро. Так что будь готова. Ладно. Она умеет уходить от погони. Да, слыхал. Ну что, погнали. Думаю, все согласятся, что это немного странно. Вообще чуть. На машине под землю. А, сейчас угадаю. Кого-то, кто очень хочет замести следы. Умник. Они пробились к старой системе тоннелей. Да, вот это туннельчик, как туннельчик, и что такое? Заперто. Ненадолго. Это нас учит стрелять, да? А, у нас глушаком пистолетик, да? Подожди-ка, я хочу тут посмотреть, что это такое.
Где закрыто, да? Да, я так понял, тут закрыто. Блин, пистолет и гранат дали. Всего лишь. Пошли. Здесь можно протиснуться. Наверное. Макдуф, иди. Да что ж такое? Что? У Шекспира. Макдуф, начнем. Может, поторопимся? А он боится таких помещений, так понял. С тобой все нормально? Да, просто не люблю замкнутых пространств. Вот и все. Не стой на месте. О, слава прекрасно. Богу. Что за Макдуф? Есть ли предел твоему невежеству? Ты есть? А, Сави там? Тихо. Блин. Они здесь! Чё здесь-то? Ой, блин, а, знаю я. Ну, лучше некуда. Да. Глушитель. Нет, парень, глушитель нужен. Нет, парень, глушитель нужен. Ты вы что, издеваетесь, что ли? Так, туннель прямо под нами. Мы на верном пути. Ну, эту стрельбу-то по-любому услышали бы. Блин, опасно здесь бегать, походу. Ох, долго падать придется. Да. Конечно, долго. Чё, подожди, подожди, подожди. Опа. Сюда. И сюда. Что-то подобрал, яйцо какое-то золотое. Куда ты прыгаешь? Ай, блин, ну не на ту кнопку нажал, блин, папа. Оставить спрыгнул. Нифига себе, охотник за реликвиями. Ну окей. Долго падать придется. Погнали. Опа. Осторожно, скользко. И опа. И мы здесь. Прекрасно вообще место. И мы здесь, да? Там тут еще есть. Ждите, пока они подойдут. Ну. Ладно, по твоей команде. Они здесь! Господи боже, ты стрелять разучился! Ну ладно, я не знаю, на этом будет нормальное сохранение или нет. И что там, музей, подождите. Эй, там наверху есть проход. И лестница. Да, только она застряла. Попробую высвободить. А, понятно, как ее залезать. Ну ладно, на это уже следующая серия будем залезать. Всем удачи, всем пока, увидимся в следующей серии и только поражение. Всем пока и удачи.